Босс, доброе утро! Пора вставать! Просыпайся! Сколько можно спать? Я уже приготовила завтрак. Алмаз, он проснулся! Начинай свою песенку! Понял тебя! Начинаю! Стою я. Даже не даете спокойно отдохнуть. Распелись тут. Алмаз, что тебе делать нечего? Поешь прямо перед моим ухом. А что, тебе не нравится моя песенка? Она же такая замечательная. И мне она тоже очень нравится. Хорошо, встаю. Встаю. Ну вот и отличненько. Ну ты пока, босс-молокосос, умывайся и одевайся. И мы пойдем в наш волшебный лес. И покажем тебе кое-что волшебное. Это точно! Тебе знаешь, как понравится! Это сюрприз для тебя! Раб, смотри, Тихоня стоит! Ага, вижу, куда это так рано собралась? Давай подъедем и спросим! Поехали! Привет, черепашки! Привет, Тихоня! Ты чё так рано здесь стоишь? Ждёшь, что ли, кого-то? Или просто вышла на утреннюю прогулку. А мы, как видишь, с утра катаемся на своих лошадях. Нам это очень нравится. Правда, Лео? Правда, Раф, конечно, нравится. Коняшек мы любим. А я жду босса-молокососа. Он сейчас умывается и выйдет на улицу. Я хочу его повести в наш волшебный лес и показать ему кое-какие сюрпризы. Я давно ему это обещала. Волшебный лес, говоришь? Тогда мы можем вас подвести. И очень быстро довезем. И нам будет интересно посмотреть, что там волшебного. Да, точно, Лео. Волшебство я очень люблю. Ну вот еще, на лошадях я не ездил. У меня есть своя тачка. Ну что, Тихоня, садись, поехали. Покажешь мне свой волшебный лес. Привет, босс, классная у тебя тачка. Босс, я уже бегу. Ух, сейчас с ветерком поедем. Конечно, с ветерком. Я тебя сейчас вмиг довезу. Показывай только мне дорогу. Конечно, покажу. Быстро доедем. Ну что, Раф, нам тоже надо поменять наших лошадок на тачке. Да, в следующий раз мы тоже приедем на машинке. Вот, босс, подъезжаем уже. Бери немного левее и увидим наше волшебное место. Едут. Вот я уже вижу их машину. А машина какая красивая у них. Да, такая тачка сюда еще ни разу не приезжала. И как они сюда мчатся быстро, посмотри, какая большая скорость у них. Ну вот и доехали. На самом деле тут какое-то очень загадочное место. Ну что, Тихоня, знакомь меня с своими друзьями. Вот, Розочка, смотри, босс-молокосос к нам приехал. Я его еле уговорил сюда приехать. Сейчас мы ему покажем наше волшебное дерево. Вот он какой, значит, босс-молокосос. Какой он красивый и такой деловой. Настоящий босс. Ох ты, его далеко видно. Какая у него еще крутейшая тачка. Привет всем. Ну что, показывайте, что у вас тут такого волшебного. У меня времени совсем немножко. Скоро начинается съемка моей студии. Давайте же, поторопитесь. Что у вас тут? Ух ты такой босс, ты на самом деле такой деловой. Правильно все, настоящий бизнесмен. Ну что, Тихоня, давай показывай, не тяните, что у вас тут? Быстренько посмотрели, уехали. Где это волшебное дерево? Ух ты, какое оно большое. Ну и где тут волшебство? Интересно мне посмотреть. Ну сейчас ты, босс-молокосос, все увидишь. Посмотри, какое большое дерево. И там одни сюрпризы. Их, правда, сперва не видно, но потом, если приглядеться, то найдешь кучу сюрпризов. Ну что-то пока я ничего не вижу. Где же это сюрпризы? Давайте показывайте. Все сюрпризы там на дереве, посмотри. Их нужно достать. Но они висят очень-очень высоко. И мы не знаем, как ты сможешь это сделать. Сюрпризы, говорите? Запросто сейчас все сделаем. Я позову Потапа, и мы все моментально решим. Потап! Подойди, пожалуйста, сюда. Нужна твоя помощь. Я уже тут. Кто меня звал? Что случилось, босс-молокосос? Опять без меня не можешь разобраться. Вау, и Потап пришел к нам в гости. Здравствуй, Потапушка. Привет, Розочка. Ох ты, какая красивая сегодня. Давно тебя, кстати, не видел. Я так рада, что увидела тебя сегодня. Потап, ты самый лучший. Вау, Потап у нас в лесу. Это чудо. Значит, ты нас покажешь в своей передаче? Конечно, покажу. Вас же очень любят мои подписчики. Вы тролли, одни из лучших у меня на канале. Конечно, вас покажу. А как не показать таких красивых? Самых красивых, ты хотел сказать, Потап. Мы самые красивые. И я краше всех. Тихоня, красавица. Вот насмешила. А что тут такого? Многие говорят, что я очень прекрасная девушка. Ну ладно, хватит спорить. Давайте начнем. Что у вас тут? Какая проблема?
Тролли, нам приготовили сюрпризы. И эти сюрпризы висят, посмотри, как высоко на дереве подав. Помоги, пожалуйста, нам их достать и вместе с нами рассмотрим, что нам сегодня попадется. Да, Потап, там знаешь, какие классные призы! Ух ты! Ты даже еще себя не представляешь! Ну давай, начинай же! Ну хорошо, тогда начнем. Дерево на самом деле очень высокое, но я начну с самого высокого. И потихоньку разберем все сюрпризы. Посмотрим, кто сегодня нам попадется. И вообще я пока не знаю, что за сюрпризы, что это такое. Начинаем. Давайте начнем вот с этой штучки. Так, достанем ее и посмотрим, что там внутри. Итак, опа! Первый сюрпризик. Ух ты! Посмотрим, кто у нас в этом пакетике. Пакетик такой интересный, посмотрите. Вопросительный знак, пока мы не знаем, кто там спрятался. Но это точно кто-то вот из этих троллей. Итак, открываем первый пакет и посмотрим, кто там спрятался. Достаем первую игрушку. Ух ты, посмотрите, друзья, какая красавица. Вау, это у нас первый сюрприз. Какой миленький тролль, посмотрите. Какое блестящее платьице, красненький бантик наверху. А волосы какие длинные. Ой, какая красавица, посмотрите. И она нас приветствует, вон даже подняла ручку. Это у нас фигурка номер один. Итак, продолжаем дальше. Теперь достанем вот эту штуку и посмотрим, что там. Итак, поворачиваем. Опа! Вот он сюрпризик. Очередной сюрприз. Второй пакетик. Второй пакетик с неизвестным героем. Открываем. Аккуратно. Достаем, достаем, достаем. Опа! Тихонько! Тихоня досталась нам! Смотрите, друзья, это Тихоня! Ух ты, какая она здесь симпатичная! Тут такая красивая, посмотрите. А внизу у нее даже, смотрите, ролики, а не ботинки. Вот такая вот Тихоня, которая катается на роликовых коньках. Ух ты, какая классная фигурка! Это же вылитый я, это мой двойник. Но это еще красивее, чем я. И роликовые коньки, это же моя мечта. Итак, у нас пока две фигурки. Продолжаем дальше. Теперь достанем вот эту штуку и посмотрим, кто же тут. Итак, поворачиваем. Опа! Наш волшебный пакетик. Вот он какой. Кто, интересно, тут? И это, друзья, смотрите. Серия номер 6. Итак, достаем. Третья фигурка. Открываем. Аккуратно. Опа! Посмотрите, кто нам достался, друзья! Вот это классно! Это, друзья, Купер! Так зовут вот эту фигурку. Посмотрите, какой симпатяга! И какая блестящая кепочка! Ух ты! Так это же мой двойник! Маленький-маленький Купер! Но у него кепочка красивее, чем у меня. У меня обыкновенная зеленая, а там, смотри, такая блестящая. Ух ты, какая классная фигурка! Это я, Купер! Настоящий! А это мой двойник там! Итак, друзья, у нас уже стало три фигурки. Ну что, продолжаем дальше. Итак, у нас на очереди вот такая вот большая штучка. Посмотрим, что спряталось тут. Пока ничего не видно. Итак, открываем. Опа! Вот он, долгожданный пакетик. Четвертый, друзья. Сейчас посмотрим, кто спрятался тут. Итак, открываем пакет номер 4. Итак, достаем. Что это такое? Что это такое? Рыжие-рыжие волосы. Вау! Смотрите, друзья, какая фигурка! А это у нас диджей Звуки. Вот такая вот красавица. Посмотрите, какое у нее блестящее платье. Ух, какая классная фигурка. А знаете, друзья, на чем играет диджей Звуки? Сейчас я вам покажу. Вот на такой штуке диджей Звуки играет на всех дискотеках. И знаете, как все весело танцуют, когда она начинает свою музыку? Она становится вот сюда, за пульт управления. Вот здесь крутятся пластинки. Стоит только нажать и посмотрите. Вот так, друзья, она поет. Это диджей Звуки!
У нас стало уже 4 фигурки. Продолжаем дальше. Сейчас достанем сюрприз из самой верхушки дерева. Вот торчит пакетик. Итак, достаем. Ух ты! Интересный сюрпризик. И он у нас лежал прямо на верхушке дерева. Посмотрим, кто забрался так высоко. Итак, открываем. 5-й пакетик, друзья. Итак, смотрим, кто же там. Кто же? Ух ты, друзья. Повтор. Вот он такой Купер. Уже мы такую фигурку сегодня рассматривали, друзья. Ну ничего страшного. Зато будет, что сегодня разыграть для вас. Вау, Тихоня, ты слышала? Сегодня будет розыгрыш по Тапе. Кто-то получит моего двойника. Ребята, как я вам завидую. Вам попадется точно такой же, как я, но с перламутровой кепочкой. Хоть бы попался мой повтор. Я тоже очень хочу, чтобы у кого-то из ребят была моя фигурка. Фигурок становится все больше и больше. А мы продолжаем. Дальше. Итак, с дерева мы все собрали. Дальше, что же дальше? Посмотрим, кто-то может быть есть вот в этой вот парикмахерской. Вот такая вот классная парикмахерская в волшебном лесу у троллей. Итак, открываем и посмотрим, кто же там внутри. Опа, наш пакетик, долгожданный пакетик. Посмотрим, какая фигурка спрятана тут. А вы, ребят, заметили, что это 6-я серия, она зимняя серия и предназначена к Новому году. Посмотрите, там снежинки, снег идет, сразу видно, что зима. И смотрите, какая елочка, да, красивая. Вон какие гирлянды на ней. Итак, открываем пакетик. Смотрим, кто же тут. Аккуратно. Так. Смотрите, уже торчат какие-то волосы. Вытаскиваем. Кто же это? Ох ты! Посмотрите, какая красавица! Эту красавицу, друзья, зовут Сатинка. Она одна из двух стильных штучек. Они обычно всегда ходят вдвоем, а сегодня нам попалась она одна. Какое у нее красивое перламутровое платьице. Кстати, друзья, я ошибся, что она одна. Посмотрите, у нас обе они, Сатинка и Синелька. Обе стильные штучки нам сегодня попались. Вот они, две сеструшки, Сатинка и Синелька. Они неразлучны, всегда вместе. Я даже удивился, когда мне попалась сперва одна, потом другая. Оказывается, они просто спрятались в разных местах. Сатинка и Синелька. Ух ты, обе стильные штучки сегодня Потап попались. Классно, может мой двойник тоже сегодня попадется? А мне как повезло, мой двойник уже попался. Ха-ха-ха-ха, я очень рад этому. Так, где же мне искать еще сюрпризы? Вот что-то мне подсказывает, что там кто-то спрятался. Сейчас посмотрим, кто вот в этой штуке. Интересненько мне узнать, кто за этим миленьким лицом прячется. Итак, достаем. Открываем. Хопа! Я же говорю, тут пакетик. О, я это чувствовал. Это, друзья, на сегодня последний пакет. Посмотрим, кто спрятался тут. Итак, открываем. И достаем. Опа! Ух ты, посмотрите, кто это! Усатый тролль! Настоящие усы у этого тролля! Это у нас розовый король, повелитель троллей. Самый главный. И поэтому у него вот такие вот большие-большие усы. И тоже розовые. Интересно, да, друзья? Розовенькие усы у нашего тролля. Смотрите, Тихоня, даже розовый король попался Потапу. Ух, как ему повезло! Потап везунчик, ему всегда везет. И поэтому его все ребята любят. Знаете, сколько у него подписчиков? Что, друзья, вот такие вот сюрпризики прятались в волшебном лесу у троллей. Я думаю, они вам очень понравились. Такие классные фигурки, скажу я вам. А сейчас будет кое-что интересное. Потап нам помог раскрыть все сюрпризы. Посмотрите, какие классные фигурки. Они такие симпатяшки. И мы решили кое-что разыграть для вас, друзья, чтобы вам было интереснее смотреть наш канал. Итак, разыгрываем интересненькие фигурки. Посмотрите, какие. Первый подарок – это будет вот такая вот повторка, потому что у нас две такие фигурки. Симпатичная игрушка, правда? Очень симпатичная. Вообще очень классная. Самая лучшая, я вам скажу, друзья. Ух ты, какой классный мой двойник. Очень повезет тому, кто выиграет.
Ну ладно, все, не мешай, не мешай. Мне нужно продолжать передачу. Хорошо, хорошо. Но это еще не все. И знаете, что еще придумал Потап? Чтобы вам было интереснее участвовать в этом розыгрыше. Смотрите. Это еще два вот таких вот брелочка. Смотрите. Это вам, друзья, от Потапа для победителя и его друга. Вот такие вот три очаровательных приза получит победитель. А условия нашего розыгрыша очень простые. Вам нужно поставить лайк, написать комментарий к этому фильму и обязательно быть подписанным на наш канал. И только тогда вы сможете участвовать и выиграть такие классные призы. Посмотрите на них еще раз. Вот таких три классных приза получит кто-то из вас, друзья. А самое главное, почаще смотрите Потап. И тогда у вас будет всегда отличное настроение и кучек новых игрушек. Ну а на сегодня, друзья, у нас все. Ждем вас в Потапе с новыми игрушками. Подписывайтесь, участвуйте и выигрывайте. Всем удачи! Мы вас любим! Пока! До новых встреч! Стойте, стойте, стойте! Самое главное, ребята, не забудьте подписаться! И тогда все будет классно! Всем пока! Ждем вас у нас, у троллей, в волшебном лесу!